разработана была конструкция сиденья дивана мягкого, соответственно, используется автомобильный поролон специальный и автомобильный же кожзаменитель двух типов, цельный и с перфорацией. Перфорация не сквозная, не промокает, поэтому она здесь, скорее всего, выполняет такую декоративную роль. Ну, тем не менее, как бы она водонепроницаема. Сиденье сделано быстросъемным, то есть позволяет использовать кросс-седло как дополнительный бардачок. Покажите нам, что там у нас. Используется крепление в непосредственно в само кресло фиксирующий и поворотный замок, ну, простенький из замок поворотный, который фиксирует кресло в закрытом положении. То есть достаточно легко открывается, снимается, закрывается и фиксируется. Дайте нам весы, пожалуйста. А скажите, внутри обрабатывать надо каким-нибудь лаками или еще что-нибудь? Нет, в принципе, это уже готовое изделие, которое можно использовать непосредственно сразу на готовом, готовой раме. Давайте мы взвесим, посмотрим, что у нас получается. Итого у нас получается кило 270 грамм. Ну, для такого большого седла, считаю, это хороший показатель. А мягкость какая тут? Мягкость, поскольку используется автомобильный поролон, она достаточно здесь жесткая, но в меру необходимости. Может, мы проверим ее, как она проминается? То есть руками, в принципе. Так, а давайте мы вот поставим, у нас есть специальный стульчик. Не, попай, 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 а мы будем снимать. Ольга Анатольевна, присядьте. Так, не видно ничего. Ну, проминается. Так, а мы спросим, ну и как вам? Мягко? Мягко. Хорошо. Ну что, удачи.